нас, к сожалению, очень много людей, которые себя экспертами называют в той или иной сфере, но таковыми не являются ни в одной. Вот сегодня он эксперт, может, в промышленности, завтра в сельском хозяйстве и так далее. И разных демагогов я комментировать не собираюсь. Нет, смотрите, как бы что они предлагают. Я еще раз говорю. Роман Васильевич, смотрите, могут... что они предлагают. Вопрос отвечает. Разных демагогов комментировать не буду. Поэтому пусть они занимаются, если они считают, что это можно хайповать на этой теме, пусть продолжают. Но правительство занимается развитием абсолютно всех отраслей экономики, поддерживая и сельское хозяйство, и машиностроение, и строительство, и другие сферы. Ну а люди, которые считают, что возможно им комментировать, и они считают, что их точка зрения правильная, ну пусть это показывают. Роман Васильевич, вы можете не согреть, и выгодополучатель в Казагромаше. Ну, если бы статья о клевете была, не была бы декриминализирована, конечно, я бы...